Приобрести этот или любой другой интересующий вас товар по цене ниже, чем у производителя, вы можете, просто написав нам на Viber или позвонив по телефону, указанному в описании к данному видео. Все цены на нашем сайте anticrisis.com представлены без учета скидки. Это не рекламный ход, а лишь требование производителя держать рекомендованную розничную цену. Напишите нам, и цена вас приятно удивит. Также, помимо самых низких цен, мы предоставляем нашим клиентам копию заключения эксперта о непринадлежности товара к холодному оружию. Данные документы есть к большинству продаваемых нами ножей. Приятного просмотра. Следующий нож на нашем обзоре. Это складной нож от производителя Grandway. Модель SG093 Black. Данный нож есть в двух вариантах. С черным лезвием и стальным. Рукоять у него одинаковая. Разница лишь в цвете лезвия. Этот нож выполнен из добротной классной стали D2. Сам пользуюсь ножом из такой стали и могу рекомендовать. Она очень стойкая к стачиванию. Отлично держит заточку. И в принципе очень живучая. Сам ножичек у нас небольшого размера. Среднего размера, классический размер ножа. Раскладывается он очень легко. То есть ничего доводить рукой не нужно. Просто нажимаете пальцем. Это нож из коробки. Первый попавшийся нож. Его никто до меня не открывал, не подготавливал. То есть механизм безотказный. С этой стороны у нас идет гравировочка D2 марка стали. А с этой производитель Grandway. По данному ножу можно сказать, что общая длина у него 215 мм. Длина самого лезвия 92 мм. Ну и соответственно рукоять 123 мм. Соответственно, здесь у нас нож приятный на ощупь, здесь также, но у нас идет еще здесь клипсочка, при помощи которой можно его повесить на ремень, на пояс, куда угодно. Что еще? Толщина лезвия. По толщине лезвия 2,8, по ширине лезвия, можно сказать, 19 мм, и твердость стали здесь идет уже 60-61 единиц. А поверхность у нас здесь черная. Также есть такой же нож с такой же рукоятью, та же модель, но без надписи Black. Он идет стальной, не покрытый. В данном случае антибликовое покрытие. Толщина самой рукояти здесь у нас 13,3 мм. Материал рукояти G10. Ну и замочек, естественно, Liner Lock стандартный, с подшипником, кстати. По весу его масса 105 грамм всего. Работает он классно, так как он идет на подшипничке. То есть можно открыть его так много раз, и он всегда срабатывает. Ну, естественно, если вы прижимаете пальцем, а не делаете вот так. Но, тем не менее, даже если дотронуться до него, то выкидывается он хорошо. Не до упора, но хорошо. Поэтому, в принципе, любой нож из линейки Grandway из стали D2 можно рекомендовать. Тут уже по предпочтениям каждого. Здесь форма лезвия такая, не скажу, что танта, но что-то похожее. Нет, не танта. Но сдалека, в тени, в принципе, можно сказать и танта.